Привет, друзья! Почему люди иногда, вот, ну, уже в возрасте бывает, а бывает и маленькие в возрасте ходят и под нос себе бубнят? Ну, я вам объясню сейчас. И надо ли это делать, или надо за это ругать, я сейчас вам все объясню. И как попасть в наш поезд, сбросить лишний вес, я вам тоже сейчас объясню. Послушайте внимательно. Вот у меня там после операции тяжелые, к примеру, титан стоит. И всякий раз, когда я подумаю о чем-то негативном, моментально возникает напряжение. Я иду по комнате, я его выпускаю. Я просто говорю, выговариваюсь. Я выговариваюсь, как есть одна из наших методик ключевых. Когда никого нет, это обязательно, чтобы не подумали, что вы тю-тю. Ну вот я иду по комнате и говорю, вот напряжение схватило, вот напряжение схватило, вот напряжение пошло. Я выговариваюсь, я бубню себе под нос. И через минуту я уже в таком роскошном состоянии, что могу с вами сделать видео. Ну разве похоже сейчас, что я в стрессе? Потому что я выговорился. Так вот, этому надо учить со школы. Поэтому у нас в синхрофизкультуре, в синхрогимнастике. Ну, кто не знает, смотрите в Википедии метод-ключ. Поэтому, мы сейчас, когда делаем вот этот поезд, куда каждый может заскочить в любой момент, для сброса лишнего веса, мы сейчас с Еленой, которая предложила эту инициативу сделать эту группу, записывайтесь в Телеграм и там смотрите об этом выпуске. Я хочу ей предложить подождать еще пару дней, потому что незнание законов не освобождает от этого, я имею в виду и незнание законов интернета. Вот я подождал несколько дней, смотрю, людей прибавляется. Оказывается, не каждый мог сразу увидеть объявление. Поэтому нужно подождать еще пару дней. А Елена скажет, на каких условиях будем проводить этот поезд. Как однажды назвал наш метод-ключ Константин Михайлов, участник нашей школы «Человек будущего», поезд мечты. Да, потому что мы подождем пару дней, а Елена скажет там, на каких условиях. И мы сделаем так, что любой в любой день сможет туда заскочить, это будет марафон. Потому что миллионы людей нуждаются в улучшении обмена веществ, сбросе лишнего веса. А в следующий раз мы сделаем так, как делали в прошлый раз. А мы делали, как сбросить лишние привычки вредные. Короче говоря, освобождаем людей от зависания на проблеме. Потому что, как я начал в начале, когда я услышал негативную эмоцию, у меня напряжение вдруг выросло. Если бы я не выговорился, я бы так постепенно в моем возрасте стал деменцией болеть. И Альцгеймером, и инсультом. Так вот, для чего нужно заходить на нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus, подписываться на Телеграм, на канал Ютуба обязательно подписываться. Там не всегда одни и те же контенты я выдаю, чтобы вы были в полном курсе дела. Очень важно это. И приходить на бесплатные ликбезы наши, когда я делаю объявления. И приходить на вебинары, когда мы делаем объявления. Друзья, вместе мы сила. Поможем большему числу людей освободиться от проблем, чтобы голова работала лучше и не попадали под влияние манипуляторов. До встречи.